А давайте теперь скажем, а что входит в территорию ТСР? Ну? А давайте теперь скажем, где закон, по которому действующее предприятие можно вводить в режим ТСР? Где такой закон, действующее предприятие в режим ТСР? И запретить все проверки. Проверки производятся с разрешения прокуратуры и с разрешения вон с Минвосток развития министерства. Все проверки проводились. Никто не видел. Какие проверки проводились? Скажите мне, какие? Когда? Когда? 31 мая здесь палатки стояли? Стояли. Кто 31 мая проводил проверку? Есть инспектор. Инспектор, кто проводил проверку 31 мая? В районе. А? Он действующий сотрудник, он в Амурском районе. Сейчас. Палатки стояли 31 мая? Не было, соответствующие документы. Они заявляют, что стояли палатки, что проводили проверку и дали положительное заключение. И в прошлом году они стояли. Не было палаток? Не было. Мне все равно, в каком они году стояли. Мне это мало интересует. Понимаете? Кожнадзор видел все эти палатки. И про последние учения, которые были, никто ничего не сказал. 31 мая? Нет, 12 июля. 12 июля. А 12 июля Пожнадзора здесь не было? Был. Межведомственная комиссия была правительственного края. Был Пожнадзор. Два инспектора тренировались вместе с детьми на вывод с территории палаточного лагеря. Ну, мы, конечно, посмотрим, кто там чем тренировался и как тренировался. И каждый получит по заслугам. Каждый. Каждый. Лагерь сейчас функционирует, дети здесь продолжают оставаться, или вы закрываете смены? В той части, которая коттедж и гостиница, лагерь работает. Кроме детей, которые купили... А кто проверял проводку, сопротивление? Кто проверял? Кто давал разрешение на отопительные приборы в палатках? Кто давал разрешение? А есть ли здесь ответственный по пожаробезопасности? Как производилось оповещение? Как производилась эвакуация? В какой палатке погиб ребенок и обожгли дети? До приезда пожарных все дети были эвакуированы. Я вас сейчас отвезу в больницу, и вы посмотрите, как дети ваши были до приезда пожарных эвакуированы. Вы поедете со мной сейчас, к родителям. Какой? А кто выводил детей? Пожар. За 5 минут. Сертификаты туда ваши... Не соответствует действительности, если намеренное горение. Ну, производителя, значит. А мы разберемся, у какого производителя вы получали, где покупали эти палатки, это мы разберемся. Поверьте, мы разберемся. Их вывели. Вожатый ночной. Вывел их? Да. А как тогда попал 10-летний мальчик, который вытаскивал девочек? Девочек мальчик не вытаскивал. Слушайте. Слушайте, прекратите говорить глупости. 10-летний мальчик утаскивал девочек. И лежит сейчас в реанимации. Значит, у трех детей тяжеленные ожоги. Дети находятся в коме. Состояние крайне тяжелое. При таком уровне поражения дети никогда в жизни не смогли бы выйти сами. Дети даже не подлежат транспортировке. Любое шевеление ребенка приводит к снижению давления, и он может погибнуть. Мы даже не можем их тронуть на кровати. Как эти дети могли выйти сами? Ну как они могли выйти сами? Мы о чем говорим?